Видео создано при поддержке букмекерской конторы MarathonBet, на сайте которой вы можете сделать ставки на множество событий по самым высоким коэффициентам. MarathonBet – официальный беттинг-партнер футбольного клуба Manchester United. Присоединяйтесь по ссылке в описании. Мы собрались на специально созданной пресс-конференции, на которую, по мнению специалистов, Арсен Венгер сообщит о своей отставке. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Я очень волнуюсь. Не думал, что этот день наступит. Думаю, вы догадываетесь, почему я здесь стою. 21 год руля этой команды. Мы многого добились за это время. Арсенал — это не просто какой-то клуб. Это нечто большее. Это мой дом. Меня тут любят. Ну, любили. Короче, пришло время попрощаться с Арсеналом. И идти дальше. Сэр? Налей, чтобы меня отпустило. Понял вас, сэр. Эй, дедуля! Погоди-ка секундочку. Ты куда вообще собрался? И куда же ты намылился? Чего? Шел ты куда? В Арсенал? Буду у них тренировать? Ты уже 10 лет не работаешь. Предлагаем вам контракт на 1 миллион долларов. Приезжайте к нам в офис. Команда без вас не может. Дай-ка сюда. Отправлено с офиса Арсенала. Да это какой-то розыгрыш. Пап, ты уже давно не при делах. Типа английский бышевец. Тут какая-то ошибка. Почему ты решил, что это ошибка? Потому что ты давно безработный. Они так не думают? Ладно, давай выясним. Поехали. Мне не нужны подачки неверного сына. Давай-ка перестраивайся на левый фланг. Как скажешь, пап. Что не видишь свободную зону? Стой, пап, пап! Иди сюда, иди. Сними этот пуховик. Добрый день, чем могу вам помочь? Здрасте, мой отец получил от вас важное письмо. Па, давай сюда. Извините, мы вам никакое письмо не отправляли. Похоже, и правда ошибка. Есть еще вопросы? Нет. Тогда поехали домой. Я узнал, откуда пришло это письмо. Оказывается, в России есть тоже клуб «Арсенал» из провинции. Слышал о таком? Пап, я понимаю, тебе тяжело, потому что тебя все забыли.
Но футбол это же не главное. Твоя семья рядом. Пойдем выпьем. Твой любимый лондонский паб. А ты знала, что в этом пабе мы с твоим отцом познакомились? Он был такой галантный французишка. Ну хватит уже. А что такого? Он был так уверен в себе. Кто знал, что через несколько лет станет безработным физруком? Мам, пап все-таки выиграл 3 чемпионата Англии. Ему нужно было тогда уезжать в Китай. А он решил отдохнуть. Слушай, пробежки по песчаному пляжу и все такое, это, конечно, очень романтично. Но Арсен совсем потерял хватку. Дамы и господа, у меня объявление. Давайте поприветствуем одного хорошего человека. Трехкратного чемпиона Англии, легенду Арсенала. Мистер Арсен Венгер. Вставайте, Арсен. Вставай, пап. Не нужно позориться. Пап, вставай, это тебе аплодируют. Ну давай уже, поднимайся. Арсен Венгер! Что? Что? Что такое? Приснился кошмар. Сейчас принесу водички. Не надо, посиди рядом. Просто ужас, все черно-белое, я безработный. Это всего лишь сон. Надеюсь. Отменю-ка я лучше пресс-конференцию.